Ребята, всем привет! С вами канал Владелец Аквариума и я, Дима. Вот сегодня снова показываю 200 литров. Итак, в прошлом видео я показывал Анубис Габон. Вот что с ним осталось. Вот что осталось от него, от Анубиса. Корешок. Ну, мне кажется, тут уже не... Корень не оживет, он уже там растворился практически полностью. Я его не убирал по советам коллег, но, скорее всего, ему хана. Очень жаль. Сейчас мулячка небольшая, потому что буквально минут 30 назад рыбы ели, и тут вот все это они подняли муть, сомики. Значит, что еще тут у меня произошло? На эпипремнуме пульхруме появилась дырка. А это свидетельствует о недостатке калия, я так думаю. Поэтому я начал лить больше калия. Посмотрим, попустит или нет. Вот. В остальном, в целом, все нормально. Он, кстати, в Варфоломее, вот он. Плавает. Вот он. Вот. В остальном все нормально, все отлично. Вот Анубис. Листик свеженький пустил. Все растет, и ладейка растет, пока ее не трогаю. Вот криптокарину, которая мне приходила бонусом с габоном, вон она. Это криптокарина не вилля. Я ее пока посадил в грунт, пусть будет там. Вот мох пока не прирастает. Но я думаю, он прирастет по краям со временем. Но я вот думаю, что когда я его буду стричь, он же разлетится по всему аквариуму. Потом будет очень тяжело это все убирать. Даже не знаю, что делать. Честно говоря, с мхом. В общем и целом все нормально. Коридорос и Голд чувствуют себя нормально, но какие-то у них такие вот животы, как все равно подвтянутые. Они еще, наверное, не адаптировались к нормальной еде и к тому, что их кормят периодически, постоянно. Вот. По правому углу с камнями. Да, буду убирать я вот эти карпатские камни, я закажу лаву. И все, перемотаю все анубы на лаву, и будет тут тоже горка из лавы. Все равно она вся закроется растениями, она, во-первых, легче. В общем, хочу так. Что-то совсем вот этот голд кривой. Как-то я так сверху на него сейчас смотрю вообще, как будто бы рахит какой-то. Так вроде она ничего. Ну а так все жители аквариума, все нормально, все растет, живет. Единственное, что вот такая беда с анубом габон произошла. У меня впервые вообще с растением такое. Вот. Ну и дырка появилась на эпипремнуме, но это исправимо. Ничего страшного. Лист новый отрастет. Главное, чтобы на остальных листьях такая беда не появилась. Поэтому я добавляю калий. О воде! Вот эта вот бактериальная пленка не уходит. Я не знаю. Она у меня уходила и в 72-литровом аквариуме только в том случае, когда я переставал пользоваться водопроводом и делал подмены осмосом. Ну, вот из этого я предполагаю, что все-таки водичка из-под крана не очень хорошего качества. Вот, параметры воды не мерял, но в прошлый раз они совпадали с двухнедельной давностью. То есть, как бы они не меняются. Померяю попозже. Вот. По 200-литровому аквариуму, в принципе, ну, вот такие новости на сегодняшний день. Из новых растений ничего не добавил, из новых жителей и креветок также пока ничего. Вот. Будут какие-то новости, буду, соответственно, делать видео. Пока так. Всем спасибо за внимание. Спасибо, что смотрите. Оставляйте ваши лайки, оставляйте ваши комментарии. Мне важно, мне интересно, что вы думаете по этому поводу. Я читаю все комментарии, стараюсь на все ответить. Всего доброго, пока-пока.